В рамках программы трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет на сегодняшний день центром занятости населения трудоустроено 1890 подростков. Из них 1192 подростка являются особой категорией, составляет 63%. Задача нами была трудоустроить порядка 1700 несовершеннолетних. Мы трудоустроили, как я уже повторюсь, 1890, но это еще не предел. В осенние каникулы мы планируем трудоустроить порядка 90 подростков, особо учитываемой категории. А наши несовершеннолетние летом трудоустроены были помощниками официантов, помощниками рабочего зеленого хозяйства, контролеров билетов, помощниками администраторов, ну и многие другие профессии, которые не требуют квалификации. Трудоустраивались наши подростки в организации города Сочи, на предприятиях. Ну, в основном, конечно, это и санатории. Очень много наших несовершеннолетних принимает эколого-биологический центр. Большое спасибо всем нашим предприятиям, которые понимают, как важно, чтобы наши дети были трудоустроены в свободное время.